сбил стрелку. Ребят, все, опустили вниз. Опустили вниз макевару. Я работаю боковой нижний удар вот снизу. В нескольких вариантах. Люблю бить его с опущенных рук. То есть, как правило, он идет первым ударом. Он же последний. Кто не верит, встаньте под мою правую руку. Показываю. С опущенной руки он. Шатается, шатается, фонарь шатается. Оно по звуку слышно. Что характерно для работы на макеваре? Вы четко понимаете, что такое удар по поверхности, вот, и что такое удар сквозь человека. Если вы пьете по поверхности, вы не пропьете, у вас не будет пропивания. Можно стоять даже со стоечкой, я стою, закрутились чуть-чуть, спрятался. Дал. Я сейчас вот последний удар не добил, хлопка нет, человек не ляжет. Вырабатывается стереотип движения. Если вы бьете, сильных ударов больше, чем 10 за раз нести невозможно сконцентрировавшись. Это проверено, доказано очень грамотными тренерами. И Дмитрий Юрьевич Котвицкий говорит, он вообще рекомендует дать серию 5 очень мощных ударов, пауза, опять 5 очень мощных ударов, пауза. Он рекомендует 5, максимум 10. Женя Головихин, гениальный тренер по карате, и сам мастер, и мастер спорта международного класса, и феноменальный образованный человек, и феноменально образованный тренер по карате, научно доказал, что наносить сильные удары из серии больше из 10 нецелесообразно. То есть подряд дали 10 мощных ударов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять. 10. И походите. Потому что после этого вы начинаете бить слабо, и это не уму, не сердцу. Вы не запомнили ни вот эту траекторию, ни ту. Надо бить либо быстро и сильно, либо спокойно на набивку тогда, когда уже работает. Это два разных типа работы. А бить посередке не надо. Это не уму, не сердцу. Вы либо набивку делаете, либо на убой удар. А что-то посередке, это не то, о чем стоит говорить. Вот вкратце и все. Вот это такой мини-курс, мини-лекция, мини-презентация макевары. Я очень доволен работой на ней. У меня еще много вопросов, много наработок в голове, но это то, за что уже можно отвечать, то, что можно рекомендовать. Причем, если вы заметили, сегодня техникой карате здесь и не пахло. Я работал абсолютно уличный вариант, потому что, ну и мой личный опыт столкновений подсказывает, что техника карате срабатывает либо на этапе первого удара, и, как правило, я бью с опущенной руки, то ли ладонь, там, хайта бил неоднократно с опущенной, либо когда уже все понеслось, руки уже здесь лежат. Поэтому я показал вот то, что работает в моем случае. Я буду очень рад, если для вас это будет полезно. Вот, и круг людей, которые будут эксплуатировать такую замечательную макевару, будет расширяться. Всем большое спасибо.